пока иду, вот, лего-город. Понимаю. Вообще, вертолет есть. Вот такой лего-город. Но мне же надо в детский мир найти что-нибудь интересное. Но мне кажется, я ничего не найду. Когда подойду к детмиру, вернусь. Уже почти подошел. Сейчас скоро буду. Надеюсь, будет завоз. Ну, в Ашане вообще ничего не было. Не знаю, как в детмире. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Уже в детмире нашел Dodge Charger такой. Потом нашел такой 52 Chevy из Flames. Тоже, вот. Вот такой есть. Но это не ТХ. Вот. Mad Mango. Типа Босудзоку. Если я правильно вроде сказал, если не ошибаюсь, вот. Ну, так пока здесь больше ничего нет. Ой. Вот такой Ford GT40. Так. Кстати, Aston Martin есть. Кому надо, забирайте. Висит здесь Пархаус. Дальше у нас. Чё? Ну, хотя нет, Aston Martin я запрячу. О, еще второй Aston Martin. Вот пусть здесь лежит, забирайте. А вот этот, если кому-то надо, я его вот сюда положу. Вот сюда. Вон там он лежит. Вот. Забирайте. Ну, Aston Martin это я решил возьму, просто повешу. Сюда вот. Ну, это пока первый стенд. Matchbox. Ну, по матчбоксам, вот. Ну, по матчбоксам, вот, кстати, полиция есть, типа. Вот. Сейчас посмотрим. Смотри, вообще перевернутый автобус. Это не автобус, типа, кемпинга. Ну, так, особо по матчбоксам ничего нет. Ну, вот КамАЗ такой, эвакуатор. Сейчас пойдем к Hot Wheels. В общем, если хотите, забирайте Aston Martin. Вот пак. 10 машинок это если... Так. Да, это 10 машинок. Вот. Porsche Carrera есть. Триумф вон. Вон еще Корвет есть. Ну, интересно такой пак, в принципе. Сейчас. Так. Танки всякие. Вот, кстати, это Dodge. Роджер, извините. Управляемый. Есть еще такая же только Tesla Cybertruck. Вообще солдатики. Сейчас. Чекайте. Просто солдатики. Но я их не ворую, поэтому сложу сюда. Вот. Ну, так по машинам ничего здесь. Посмотрим еще машины. Сейчас посмотрим эти. Hot Wheels. О, уже что-то радует. Уже наконец-то что-то есть. О, у меня нога болит. Но я нашел сворованный Bentley. Классно. Вообще офигенно. Новый такой Dodge Ram. О, Chevrolet Impala новая тоже. Audi. Не СТХ. Жаль. Могла быть. Нет, не СТХ. Вот. О, ничего себе. Бугатти. Сейчас. Бугатти. Я точно возьму. Пока поставлю сюда. Ничего себе. Вот я уже раз. Возможно, была бы быть из СТХ, но не из СТХ, к сожалению. Я уже рад, то, что сюда пришел. О, такой есть Ford Raptor новый. Ну, в новой раскраске, если я не ошибаюсь. Бьюик висит. О, Nissan. Так, потом у нас что? Давайте посмотрим внизу, что есть. GT's Corner. Потом Камара. Сейчас экс. Камара, кому надо, забирайте тут. Aston Martin. Еще одна Бугатти. Я ее, пожалуй, тоже спрячу сейчас. Aston Martin опять. Бугатти я одну спрячу. Если что, если вы хотите, возьмите. Пока СТХ нет. Ой. Вот есть какая-то машина. Новый Porsche 914.
Да, 21-й год. Их даже два. Вообще байк есть. Не знаю, честно. Еще Nissan. О, еще Bugatti там висит. Но уже в таком блистере. Ну, оставлю ее. Вот. Так как у меня нет пока денег, я Bugatti эту запрячу. Вот. Смотрите-ка. А, нет. Вот. Пока вот так. Я уже доволен, то что уже какие-то есть машины. Вот. Вот такой есть. Мне кажется, на складе ничего нет, но все равно. Вот такая пока охота. О, еще один Ford. Но не стыхал. Так, Nissan, мотоцикл. Дальше у нас что? Ford Bronco. Так, насчет Bugatti. Так, это GT's Corner. Сейчас. Наверху ничего нет. Пока вот эти две Bugatti запрячу. Если что, если вы смотрели это видео, то вы найдете эту Bugatti. Вот так. Вот такая была охота. Если что-то возьму, опять засниму.